Смотри, нажимаешь вот сюда. Это как там тебя зовут? Смотри, нажимаешь вот сюда. И сюда потом. Ну, там это у тебя там выскочится, и там это... Смотри. Сейчас там. У тебя загрузится вот такая игрушка. Сейчас, подожди. Вот такая. И ты берешь, листаешь... И находишь вот там любой мультик. Давай посмотрим свой первый мультик. Да, ну что, показать другие мультики, как я буду смотреть. Мои. Нажимаешь play. Play. И начинаем строить свой мультик. Я не знаю, что построить, но я ставлю вот такую локацию себе так. Тут музыка очень прикольная. Что ставлю? Музыка очень прикольная, мне очень нравится. Я так сейчас. И потом делаю так свой мультик. Так делаем. И я вот делаю свой мультик первый. Типа вот его прижала. Да, теперь я так вот, ты там любой можешь делать мультик, если захочешь, просто должен делать вот так. Так снимай, закладывай на канал, блин. Сложно нажимать камеру, смотришь еще, как-то на камеру держишь еще свою. Делал так еще кровь сюда и сделаем, например. Вот, ну, например, зомбака давай. Я хочу, чтобы он был так. И делаешь вот так. Нажимаешь, берешь так. Делаешь, делаешь. И добавляешь ему, например, руки вот так. Ой. Ничья. Блин. На зомбиские ветрушки. И добрал, например, ему конь голову. Конь голову ест. И добавим сзади, ну, например, Хэнка. Я хочу Хэнк, чтобы был. Делаем ноги ему. И делаем руки обязательно. Тут есть вот так руки. И, например, ну, дадим ему из оружия, не знаю, что. Ну, давай, например. Например, дадим ему такой Desert Eagle. Руки. И вторую ручку сделаем. И он типа выстреливает и делаем вот так. Типа он попал в него и здесь делаем вот так. И все, он попал и вот так все. Так, сейчас делаем здесь кровь. Потому что он же жрал чувачка, и мы делаем здесь так типа. Так. Чувака. И чуть-чуть крови. Сюда и вот сюда. Еще. Это шедевр просто. И есть вот еще тут сбоку всякие приложухи. Я доверю больше вот это. Ну вот тебе мой маленький совет. Ну ладно, давай сделаем такой. Ты бы хотел. Ну, блин, я хочу сделать белый, ну, вот это, например, мультик. Давай здесь. Это вот последнее, что я могу тебе показать. Музыка еще прикольная такая. И... не знаю, давай сделаем Хэнка. Тут также вот нажимаешь на Next. И выбираешь, тут разные локации есть. Я больше, мне нравится не это. Мне больше так. Ну,
нажимаем бак, чтобы вернуть там, например, что там ты хочешь себе локацию. Нажимаешь там, и вот видишь, меняется локация. Там я хочу вот такую, например. И делаю тут так. Например, я хочу, чтобы зомби были его. Прикольно будет. Так, здесь мы сюда повесим плакат. Обязательно. Сюда я хочу сделать. И ноги добавляешь ему. И добавляем ему голову. И руки. А есть в ту сторону. И делаем теперь Хэнка. Просто берем и добавляем бошку. И делаем также ноги. Берем ножки. И вторую. Я добавляю ему руки вот тут также. Берем, даем, например,